Всем привет, с вами Дизи. Хочу вам показать игру, которая называется «Делай или умри». Соответственно, «Do or die». Игрушка очень забавная такая. В общем, смотрите. Нам показывается предыстория, какая-то непонятка, Flappy Bird, поезд, который ест спагетти. Боже, наркоман поезд. Ладно, что-то веселое, непонятное. Ладно, собственно, он зачем-то погнался за птичкой, ну ладно. Так, что нужно сделать? Нам нужно накормить медведя. Давай, о, коровками, хорошо. Почему я проиграл? Что не так-то? Что не так, я не понимаю. Ладно. Хорошо, нужно... Так, ну давай, вот все, все. Что за... Я должен был всех убить, что ли, или что? Или что я должен был сделать? Типа, пернуть их, или что? Так, убить муравья, убить муравья, убить муравья. Убил? Убил, между прочим, убил. Вполне себе нормально. О, боже мой. Так, Чак Норрис, хорошо. О, хорошо, хорошо, Чак Норрис убил ниндзя, хотя я не понимаю. Ничего не делай. Ничего не делать. Ну да, надо было ничего не делать, я понял. Все понятно. Давайте еще раз, тут очень много рандомных таких вещей. Думаю, поиграть, что-то непонятное произошло. Поезд куда-то уехал. Что-то я с ним, видимо, плохое сделал, ладно. Попробуем еще раз, давайте, истории. А, тут разные истории, оказывается. Разные истории. Медведь без парика, что за... Коза украла его парики, что-то танцует. Что это такое? Что это вообще означает? Не... Ешь. Хорошо, есть нужно, есть. А не... Оп. Так, зашел полностью. Полностью зашел, съел полностью. Нормально. Хорошо. Хорошо, типа, скрой свой пердеж. Да, я понял. Нужно скрыть свой пердеж. Вот так вот, хорошо, скрыть свой пердеж. Ну давай. Ой, никто не заметил, блин. Наркомания. Так, раздавил, соответственно, жука, муравья, то есть. Давай, 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 давай. Ах ты ж, ну... Почему, почему я должен молоком бить по ядерной бомбе? Хорошо. Чак-хак. Ну, видимо, так же нужно ударить. Ну, вот нормально. Думаю, он не мог проиграть, думаю... Делай ничего не делай. Хорошо, я ничего не делаю, я ничего не делаю. Да, хорошо, да, все, все хорошо, боже. Что за игра, не нужно ничего делать, хорошо. Стреляй в Китти, что? Типа, в кого я должен? В змея? Да, зачем, что, зачем? Боже, почисти глаза или что такое, промой глаза. О, боже мой, что это такое? А, извини, я путал. Переверни. Боже мой, переверни стол, ладно. Даже не знаю, я перевернул, не перевернул, да. Шутинг гаяп, в общем. Окей, типа кинь в чувака, который там болтает. Ну вот это. А что не так? Я в него попал, как. Что, ты съел его, что ли? Что? Вон, ласт. Ну давайте еще раз, я хочу, мне понравилось. Кстати, вам тоже понравится. Здесь вот много рандомных. По всей видимости, много рандомных, хорошо, робот. Ит. Хотя, походу, как-то повторяется. Есть, ну давай, давай. Хоп. Прошел, пошел, просто хорошо прошло. Хорошо, съел. Хорошо. Опять скорость ветердеж. Ну, боже мой, тоже нет никакой сложности. Я просто переместить его сюда и все, давай. Давай, давай, аккуратно, аккуратно. Все, можешь делать свои дела. Все, никто не заметит. Ой. Хорошо. Опять убей жука. Хорошо, муравья, правда. Хорошо, 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 хорошо. О, блин, да я попал же по нему, ну что такое, хотя бы лапки должно было оторвать, хотя сейчас думаю, ладно, Чак, боже мой, в общем-то удар Чака. Но мне кажется, Чак даже на самый слабый, то есть можно вообще не ждать, пока эта полоска заполнится, то есть можно самое слабенькое выбрать. Думаю, Чак и так победит. Вот это, конечно, самое сложное, ничего не делай просто, ну давай, давай, вот это достижение называю. Так, соответственно... Что ты? Ну, убей змеи, хорошо. Хорошо, хорошо. Оп. Конечно, его так не разорвало бы, ну ладно. Конечно, переверни стол, это тоже очень сложно. Очень сложно. Как стол-то переживает, а? Кстати, там вообще, похоже, не имеет разницы. Вычисти свои глаза, ну да. Так, давай. Оп. О, ниндзя там был. Забавно. Победив шоу. Хорошо, а что тут нужно делать? Атис, рот, что? Это... Да, я победил, хорошо, я наугад тыкнул, хорошо.
Хорошо, типа, нужно кинуть ему попкорн, давайте. Да, прямо в него, все хорошо, теперь я точно попал в него. Так, хорошо, победа, победа, это победа, да? Да, я победил, хорошо. А, то есть еще открыто это самое, я понял, понял. Тут, ну, открывается новенькое, хорошо. Endless, хорошо. А это разные концовки. Так, я что-то должен был открыть. Что-то я... Пират, пират, давай. А, дай 5 пирату, давай. Как ты... Боже мой, ну что такое? Ну что, как-то странный пират. Давай еще раз, я хочу. Давай, попробую. Давай, оп. А, дал 5. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Ну, нет, я не хочу больше 5 ему давать. Я не хочу, как отсюда выйти? Все. Нет, да, нет, ну, нет, я хочу. Да, 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 хочу выйти, так, давай. Так, что-то должно было новенькое еще появиться. По-моему, это... Чак-хак, нет, 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 это тоже не то. Это уже было. А, так, я хочу, что тут у нас есть еще новенькое хочу. О, что-то интересное. А, фриза чупакабра, освободи чупакабру. Вот, давай. Зачем? Что за? А, боже мой, немного наркомания, но в общем-то забавно. Ребят, советую вам поиграть в эту игрушку. Можете открыть все, что угодно. Тут еще много уровней, к сожалению, я их не открыл. Эх, какой плохой. В общем, ребята, это у меня все. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока!